На улице зима, но любители цветов не дремлют. И вот оно, мое богатство. Это канны, которые я отправила осенью в погреб. О том, как выкапывала куст и вообще, как выглядят канны. Если вдруг кто не знает, я советую посмотреть фильм о каннах. Смотрите вот эту заметку. А о том, как выкопать канны, у меня другой. Смотрите. Ну, а сейчас настало время посмотреть, как же перезимовали эти корни. Все ли хорошо? Сохранились ли живые участки? И если внимательно приглядеться, то смотрите. Живые участки есть даже на стебле. Я покажу, что и как я буду делать с моими корешками канн. Я уже буду их подготавливать к весенней посадке. Сегодня 28 января. Достаем каждый клубень, обрезаем все, что не нужно, все, что подгнило. Видите, здесь мне не нравится, как он мокрый. Значит, совершенно не нужно это растению. И последний. Да, тоже не очень. Ну и теперь надо, конечно, убрать все эти сухие листья. И начать осматривать корешки. Есть ли гнилые? Есть ли такие, которые требуют внимания? Ну, вот здесь вот. Нет, все сухо. Видите? И вот в таком виде я оставляю на веранде, где температура 10-12 градусов сейчас. Видно, что растения хорошо перезимовали. Грунт здесь не влажный, хороший. Все. Можно установить в опилке, а я устанавливаю просто в коробке. Я обработала все клубни. Гнилых нет, но там, где есть участки, которые мне не нравятся, я их обрезала и дам подсохнуть и обработаю активированным углем. Никакой воды я давать моим клубням не буду. Просто установлю их в картонную коробку, в которой находились они. И если вы следите за моими фильмами, то еще раз напоминаю, это один мой клубень, одно огромное растение. О том, как я буду сажать, у меня есть много фильмов, но весной я опять вам покажу, как буду сажать. А пока на улице вот такая зима, сугробы. Я надеюсь, мой фильм пришелся вам кстати. Видите, какие хорошие, крепенькие клубни. Все, осталось только установить их в коробку. Вам понравилась информация? Делайте, как я. Ставьте лайк, пишите комментарии, есть ли у вас канны.